Русская Православная Церковь отметила День памяти святителя Луки Крымского. В честь этого священника в Киселевском храме прошла праздничная литургия, которую возглавил епископ Барышский Индинский Филарет. Село Киселевка Барышского района Ульяновской области. Это около 200 человек населения, проживающих на единственной километровой улице. Ровно посередине этой улицы 123 года назад здесь построили каменный храм Казанской иконы Божьей Матери. В 30-х годах прошлого века большевики церковь закрыли. Позже здание использовали под хозяйственные нужды. Последнее его назначение – Дом культуры, который тоже закрыли за ненадобностью. Заброшенное здание вернули церкви около 8 лет назад. Тогда же было решено, что храм будет восстановлен и освящен в честь святителя Луки Крымского. За 7 лет настоятелем храма и иеромонахом Даниилом вместе с жителями Киселевки была проведена колоссальная работа. Разрушающийся дом культуры превратили в добротный храм с индивидуальным отоплением. Центральное место в храме отведено большой иконе святителя Луки Крымского с частицей его целебных мощей. К этой святыне многие православные обращаются за исцелением недугов. Он всегда хранил единственное и важное для всех нас и для него сокровище веры. Веры в Бога, веры в Его Сына Святаго и Духа, помогающего нам во все дни живота нашего. Поэтому в первую очередь будем уповать и молиться. По окончании праздничной литургии в честь святителя Луки епископ Филарет поздравил жителей села с их престольным праздником. А после службы владыка благословил каждого прихожанина и попросил помогать их батюшке в восстановлении церкви и словом, и делом. Елена Тимонина, Дмитрий Гурин, Вести Ульяновск из Барышского района.